Ну, на самом деле, вот это вот политическое противостояние между Россией и Америкой, оно тупо раздуто, потому что это выгодно только нескольким правителям. А при чем тут обычный народ? Обычный народ хочет просто жить в мире, в счастье, никаких там войн, конфликтов узнать. А вот эти правители, которые там сидят на больших бабках, они вечно пытаются людей стравить. А люди, к сожалению, в большинстве своем имеют примитивный мозг, потому что с детства уже начинается тупление народа, меньше надо смотреть вообще телевизор, потому что ничего хорошего там нету, передачи наитупейшие обычно. Вот. Поэтому люди, к сожалению, подвержены влиянию, зомбированию и стадности. Поэтому получается так, что людей легко провоцировать и стравливать, что очень часто происходит, но происходящее в Украине тому подтверждение. Надеюсь, что все-таки у России, у Америки, у людей, у обычных побольше мозгов, и они не поддадутся провокациям, и будет у нас мир.